В общем, получается, что теперь мы ждем 26 сентября 2023 года, и в этот день те, кто резервировал или не резервировал, но хочет приобрести, заходим на сайт, и там будет такая возможность. У тех, кто резервировал, можно не торопиться, спокойненько прийти, налить кружечку чая там, или кофе, неважно, и выкупить этих сурикатов по фиксированной цене со скидкой в 15%. Те же, кто не резервировал, будут стараться успеть выкупить остатки без каких-либо скидок. Ну и те, у кого достаточно быстрые ручки, я думаю, что получится это сделать нормально по технологии, так сказать, аукциона, да, правильно я говорю? Получается? Да, да, все. Что-то типа аукциона будет, где начальная цена будет около там $100, и так как это аукцион, будут ставить выше, 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 если, конечно же, будут ставить, ну, в чем я не сомневаюсь, конечно же, и максимальная цена может составлять $600. Это все будет на сети Ethereum, и все это будет сниматься в эфире, то есть, соответственно, вам нужен ETH для того, чтобы приобрести. Но стоимость в эфире будет относительно того, сколько будет стоить эфир на тот период времени.